Собираясь на матч, важно помнить о том, что лица в состоянии опьянения на стадион не допускаются, а проход также невозможен без паспорта болельщика. Важно заранее ознакомиться и с перечнем запрещенных предметов. Их полный список размещен на сайте МВД России в разделе FIFA 2018. Для удобства зрителей на стадионе работают камеры хранения, куда можно будет поместить, например, габаритные вещи, которые болельщики также не смогут пронести внутрь. Находясь на стадионе, не стоит скрывать лицо, а также производить действия, которые другие болельщики могут счесть за оскорбление. В дни проведения матчей на стадионе предусмотрена обширная развлекательная программа, поэтому попасть туда зрителям лучше заранее. Это поможет не создавать очереди на входных группах. С 14 июня в Сочи открыта фан-зона для болельщиков, где можно увидеть трансляции матчей. Кроме того, здесь пройдут выступления российских и зарубежных артистов. Для комфортного пребывания на фан-зоне также разработаны рекомендации. С ними, а также с транспортными схемами и перечнем запрещенных веществ, можно ознакомиться на сайте администрации Сочи.